Тёпа. Хватит там дрыхнуть. Тёпа. Тебе клетка маловато, да? Тебе диван подавай. Нашел гнездо себе, да? Всё. Да, уже спал спокойно абсолютно. Я, конечно, кипишевала, думаю, блин, енот без присмотра, без клетки. Не. Залез и спал. И сейчас же еще поспал. Не, паря, мы сейчас уезжаем зверей кормить. Тебя одного без присмотра даже в диване оставить нельзя. Так что я тебе рекомендую вылезти. Дина, вылези оттуда. Тёк, вылезай. Я тебе вкусненько дам. Ты маленький. Ну. Дина, ты кому хочешь крышу вынесешь? Да, я тебе говорю, крышесносная собака. Никому не нужна. Кто хочет и кому скучно, вот у нас пристраивается крышесносная псина. Вот будет весело. Сюда домичит. Все, вылезай. Так, куница у нас умерла. А у меня вкусненькая. Вчера покушал. Это вот к вопросу, что там печеньки давать. И ну там. А вот он вчера ел с большим удовольствием. Да. Будешь завтракать? Ну что? Тупо. Что тебя оставить спать? Не, малыш. Я знаю, что такое. Еноты. Да. То есть ты тоже завтрак в постель? Нет, ты все-таки вылез. Завтрак в диван. Мне еще саму кормить. Дина, если ты сейчас не пойдешь на место, я с тобой разделаюсь по-другому. Молодец. Собака очень послушная. Тёпка, вылезай. Так, гавкающая сова. Ты меня сегодня удивила. У нас были длиннохвосты, не ясно. Я ни разу не слышала, чтобы они ловили. Давай, еда пришла. Все. Тихо, 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 тихо. Надо сегодня мышей купить. Давай, давай. Раник вылез. Вылез? Угу.